Всем привет, друзья! Вы на канале TNT Fox. Сегодня выбрался в лес по вашим просьбам снять топ-30 петард. Смотрите, на этот топ я взял разных супермощных петард. Вот. Вот такой мячик, пулеметная лента, Corsair 4, Big Jumbo, Red Devil, Corsair 4 со свистом. Супермощный. Вот такой супермощная вот такая петарда. Так, АК-04, Corsair 4, Corsair 3 на 5 взрыва, Super Banger, Corsair 4, 5-2000, розочка, Corsair 4 на 2 взрыва, Corsair 3, 5-2000, Corsair 4 еще какой-то на 2 взрыва. Так, это что-то типа Thunder King, 5000. Так, петарда вон маленькая, Corsair 3, Corsair 8 супер дичь. Так, Corsair 4, 5-2000, еще Corsair 4, К-02. Так, на много взрыва, Corsair 3. На 5 взрыва, точнее. Так, пиратка 5-2000 зеленая. 2 Corsair 4, красный и черный. И Big Jumbo вот такой. Что ж, ребят, будем сегодня взрывать вот здесь, на пенечке, чтобы было хорошо видно. Так, беру штатив поудобнее и погнали. Обожаю такие простые топы со взрывами петард. Здесь можно позрывать разных, мощных и немощных, поэтому будем смотреть, короче. Начинаем. Если хотите таких топов побольше, пишите, буду обязательно снимать покрупнее топы. Будет интересно. Так, первый взрыв есть. Так. Давайте пулеметку здесь. Так, бабахнули. Вот такая петарда Corsair 4. Так. Давайте забахаем Red Devil. Красный. Так, заодно посмотрим крутецкую вспышку. Блин, вот это да. Нужно подальше отходить, а то очень лупит. Так, давайте забахаем вот такой Corsair 4 со свистом. Думаю, будет очень интересно. Так, лишь бы он сразу не рванул. Так, фокус, наводись. Ну же. Во. Есть взрыв. Что, лупанем вот эту мощную ПТ. Три семерки, давайте. Тут пенечек есть. Блин, твердый. Думал, гнил, лучше бы там взорвали. Ну ладно, если хотите видосы с пеньками какими-то, пишите. Возьму петард мощных и побомбим. А сегодня будут вот такие топы. Посмотрим, как рвет. Блин, думал, пень расколется от такого мощного взрыва. Смотрите. Так, берем К-04. Есть. Так, Corsair 4 с эффектом, супер клевый. Так, ставим здесь. Ну-ка, пень поровней. Во. Топ. Так, ищем дальше, чтобы взорвать. Так, Корсарчик вот такой на 5 взрывов. Так, мы его поставим здесь. Посмотрим, как он 5 раз бахнет.
Так, все 5 были. Надеюсь, камера успела записать. Так, следующий. Супер. Супер Бенджер. Вот такая петарда. Довольно-таки мощный. Так что не пугайтесь. Лупануло так лупануло. Да. На очереди Корсар 4. Есть. Следующий P2000. Так. Класс. Давайте выберем дальше. Так. Что у нас? Розочка. Ну, не знаю, будет крутиться или нет, посмотрим. Фу. Так, положим здесь. Давайте двойной Корсар 4. Так. Вот, тут рванет хорошо. Да, есть два взрыва. Вот так вот. Малышку бахнули. Так, P2000, PT7. Ничего так. Рвануло. Вот такой Джокер на два взрыва. Давайте двойной сюда тоже. КП-1000С. Так, есть. Корсарчик 3. Так, Корсар 4. По-моему, два взрыва. Так, P2000 на очереди. Так, поставим здесь. Так, вот так поставим. Думаю, будет видно. Надеюсь, не упадет. Есть отличный взрыв.
мощный. Так, Corsair 4 с эффектом. Так, Corsair 4 мы ставим здесь. Во. Хорошо. К0 2. Обожаю такие топы. Так. Есть. Так, теперь 5 зрело. Есть. Пятерочка. Так. Шок. П2000. Лупануло так лупануло. Отлично. Так. Остались два Corsair 4. Давайте их тоже протестим, только в разных местах. Надеюсь, они не перевернутся. Один где-то тут бахнул. Так, ну что, настало время бахнуть джамбо. Вот это был взрыв. Куски целые полетели. Отлично. Так. Давайте проверим, что будет мощнее. Big Jumbo или Corsair 8. Можете поставить на паузу и написать, как думаете, что будет мощнее. Так. Может быть, вот здесь бахнуть. Думаю, будет хорошо видно. Ну-ка. Начнем с Big Jumbo. О, вот так вот отойду. Будет видно. Вот там светит очень. Вот здесь получше вид. Так. Смотрим. Вот это лютый взрыв. Капец. Жду не дождусь, пока будет зима, чтобы побомбить. Так. И Corsair 8. Что-то плохо стоит. Блин, надеюсь, не упадет, а то будет фиаско. Блин. Во. Поехали. Блин, от этого нужно подальше спрятаться. Мне кажется, вот это было намного мощнее. В общем, напишите в комментарии, как вам взрывы? Понравилось или нет? В общем, рвануло. Люто, смотрите, даже осколки после Corsair 8. Там гипс очень мощно взрывается. Что ж, надеюсь, такой большой топ вас устроит. Вам понравился. Поэтому, если хотите еще,
такие топы, пишите слово «хочу» в комментарии. Если наберете много лайков под этим роликом, обязательно выпущу еще классные топы. Будем взрывать что-то интересное, еще больше интересных петард. Поэтому, чтобы не пропустить, подпишитесь на канал, ребят. Также подпишитесь на второй канал, ссылка будет здесь, также внизу в описании. На втором канале выходят также классные видео с петардами, как и здесь. Очень интересные, поэтому рекомендую подписаться, чтобы не пропустить следующий интересный ролик с топовыми взрывами. Что ж, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Пишите, что думаете по поводу сегодняшнего ролика, понравилось или нет. Подписывайтесь. Напоминаю, ссылочка будет здесь, также внизу в описании на второй канал. А также смотрите здесь 4 видео, они тоже классные, может быть вы их еще не видели. С вами был TNT Fox, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч.